Все во Вселенной меняется. Иногда к лучшему, иногда нет. После вечной войны между автоботами и десептиконами, в переломный момент я отправил Искру за пределы Кибертрона, тем самым уничтожив его. В этом моя вина. С тех пор наш мир изменился. И Мегатрон, и все его десептиконы нам больше не помеха. Трансформеры. Кибервселенная. Приключения Бамблби. Битва за Кибертрон. Часть первая. Джетфайр, Виндблейд, что у вас? Оптимус Прайм, хорошие новости. Похоже, десептиконов на Кибертроне нет. С воздуха все чисто. Это Кибертрон? А я представлял его другим. Стоп, я посмотрю. Это что? Это Иакон? Да, он полностью совпадает с информацией в моей базе, кроме полностью разрушенных районов. Мы опоздали. Там жить нельзя. Стой, Бамблби! А как же Великая Искра? Ведь она способна на многое. Починить корабль. Спасти мир. И оживить Титана. Вместе мы оживим планету и вернем Искру в колодец. Кибертрон снова станет вашим домом. Телетран Икс, соедини меня со всем экипажем. Принято. Сейчас будет речь. Автоботы, пришло время вернуться на Кибертрон. Хранитель Искры с нами, и ничто не остановит нас от возрождения нашей дорогой планеты. Вы отважно сражались во всех концах Вселенной. Наше путешествие подошло к концу. Мы восстановим нашу цивилизацию и будем жить в мире. Оптимус Прайм, ты очень нужен нам сейчас. Кибертрон умирает. Возвращайся скорее. Ты не смогла связаться с Хромией? Я пыталась, но не вышло. Очевидно, вернуться будет не так просто. Надо выбираться. Оптимус и остальные еще не знают, что их ждет Мегатрон. Ты зря сказала Оптимусу о возвращении на Кибертрон. Так было нужно. Мегатрон хотел тебя уничтожить. Ну так и что ж, теперь из-за тебя уничтожат всех автоботов. Спасибо тебе, Персептор. Я тебе это припомню в схватке с Мегатроном. Дерзай. Думаю, я тебе в этом помогу. Итак, ты свободна. Где ты был раньше? Думал, не сработает. А еще я прожег линзы. Ничего не вижу. Что? Не могу поверить, что нужно посещать все мероприятия.
Ищи выход отсюда. Они скоро обнаружат, что нас нет. Дай взглянуть. Так ты же... У меня есть другие органы. К счастью для нас, Кибертрон гибнет. За этой стеной есть целая сеть тоннелей. Теперь нам надо ее лишь... проломить. Осторожнее. А что там? Эти туннели ведут к самому ядру планеты. К колодцу Великой Искры. Тогда я знаю, где мы. Вперед! Это порог колодца. Где же еще быть штаб-квартире Мегатрона, как не на самом святом месте? Нас с тобой уже ищут. Нужно доложить Оптимусу. Отведешь нас к пункту связи? Да. Ха! Как бы не так! Дальше хуже. Нужно отсюда выбираться. Уйдет лишь один из нас. Ты быстрее. Брось меня. Не могу. Ты должна. За Кибертрон! Тут беглец! Надо оторваться! Уже близко. Арк, это Хромия. Как слышно? Арк, это Хромия. Не пытайтесь сесть на Кибертрон. Повторяю, не... Лазербик? Ах ты подлый! Теперь ты никуда не уйдешь, Хромия. Что бы там ни было, я готов. Чита, Оптимус хочет, чтобы мы... Что тут такое? Все хорошо? Конечно, Бамблби. За меня не волнуйся. Вперед! Кибертрон ждет нас! Скорее бы уже попасть на Кибертрон. Первым делом, после того, как сойду с корабля, я сразу же отправлюсь на гонки! Ну а ты, Грим? Да в чем вообще вопрос? Закачу пир в честь того, что мы только что спасли наш Кибертрон. Вы все приглашены! Арси? А я вернусь домой, распакую сувениры Земли и немного оторвусь. Ну а ты что, Красноглаз, есть какие планы? О, да. И уже очень давно. Поверь, Хот-Рот, я вас всех не забуду. Шокрейв. Да, я понял. Твои друзья пришли на помощь. Это...